Гостям показали, как устроена система обучения. Она отличается от классической. Подход к каждому школьнику индивидуальный. Например, ученики могут самостоятельно выбрать факультативы, которые хотят посещать, и даже лично составить расписание уроков. Сделано это для того, чтобы дети привыкли брать ответственность за принятые ими решения. Вы знаете, каждый не то что метр, дециметр в этой школе. Кого вы хотите получить на выпуске? Это хороший вопрос. Вот это детей, которые могут принимать решения в условиях неопределенности. Вот это самое главное. Мы должны научить и приадаптировать этого самого ребенка для того, чтобы он мог существовать и принимать эффективные решения в условиях высокой неопределенности. Лучшие практики, как отметил Вениамин Кондратьев, будут перенимать и в Краснодаре. Там построят образовательное учреждение для талантливой молодежи, где в том числе учтут систему зонирования, созданную столичными коллегами. До этого сегодня на экскурсии присутствовали и проектировщики краснодарской школы. Но в отличие от частного заведения в Москве, на Кубани ребята учиться будут бесплатно.